Интрига нарастает. В самом зрелищном шоу «I'm Singer Казахстан» уменьшается количество участников, и жюри становится сложнее сделать выбор. До финала дойдут сильнейшие, а победит лучший. У кого больше шансов? Нургали Карабаев о нешуточных страстях, которые кипят в шоу. Не было артиста в полной мере. Эльхан. Мое слово «нет». Второй сезон международного проекта «I'm a Singer Казахстан» третий месяц в эфире и все время держит зрителя и жюри в напряжении. Ведь каждый из участников нашел своих поклонников, а пройдет ли он в следующий тур, сказать никто не может. Участники выкладываются на все 100. Вообще, идея, концепция в этом сезоне была изначально сломать стереотип и вывести, скажем так, из шоу людей, которые могут петь как все. Если раньше вперед проходили те, кто показал хорошее исполнение, то теперь все изменилось. Нужно доказать еще, что ты лучше соперника. В проекте случаются и приятные неожиданности. Участник Александр Лим добился заветного «да» не только от зрителей и жюри, но и от возлюбленной. Во время проекта «I'm a Singer» участников поддерживает мобильный оператор «Билайн». С ним артисты все время остаются на связи с родными и могут делиться актуальными новостями с фанатами. «Билайн» — лидер по количеству абонентов в Казахстане. Жюри отмечает, что конкурсанты должны подходить очень внимательно к репертуару. Одна неудачная песня может обнулить все успехи. Здесь эксперименты на сцене не должны быть. Мы должны выводить артиста, который целостный. А он на сцене начинает экспериментировать и бояться, потому что он делает это впервые. Он никогда этими морями не плавал. Но чем дальше, тем интереснее. Кто пройдет следующий тур, а для кого шоу закончится, вы узнаете в эфире 31 канала уже в это воскресенье в 21:00. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.